Здорово. Сегодня играем с драконами? Нет. У нас с ними есть небольшие терочки. Вот, поэтому сегодня на фанатске будет просто шик. И матч будет вообще шикарный, поэтому ставьте комментарии и смотрите дальше видосик. Друзья, я думаю, многие из вас задаются вопросом, что же у нас с драконами, какой конфликт и что вообще произошло. Давайте так, вы набираете под этим роликом 35 лайков, и мы выпускаем ролик, где мы расскажем все про драконов. Что у нас с ними было, что за конфликт, что было после матча, что было во время матча. Мы все подробно расскажем вам, опишем, чтобы вы были тоже в курсе событий. Набирайте лайки, мы даем контент. Вам не сложно, нам приятно. Держайте. Черный какая-то. Дракончики, самые сладенькие. Старуха, Лука. Что еще? Старуха, Альба и... Саня похудел просто, пацаны. Пацаны, худи, за секунду на могилу. Я тоже так подумал. Я тоже так подумал. Сердце отрываю. Мой любимый спонсор. ДФМ? Бля, у них годное радио, конечно. И чё? Что вы поставили? Годное радио было у годного клуба. А теперь этого клуба не стало. Как жаль. Да. Смирнову не показывайте. Все. А, так это ваши были? Да. Не знаю, сейчас бросаем. Скажу вам. Максимально. Сегодня играем против соперника, которого мы раздраконили неплохо на прошлой игре. Поэтому команда обижена на вас. Я никогда не устану повторять! Ебать дракон, ебать! Ебать дракон, ебать! Я никогда не устану повторять! Ебать дракон, ебать! Ебать дракон, ебать! Да, команда заряжена. Команда, не знаю, насколько они готовы, но бой они вам дадут очень хороший. Поэтому от вас требуется максимальная концентрация. Поменьше индивидуальной игры. Игра в пас, игра в забегание. Ну и не стесняйтесь издалека бить. Стартовый состав. Играем 2-3-1. И Эрик Лаусер. Справа. Справа. Саня, Альберт и Артур. Все справа, да. Справа налево. Посередине Альберт. Мы поменяемся с вами. Хорошо. Нет. А, и посередине Эрик, который не Лаус. Который не Лаус. Да. Но и про результат не забываем. Приходила замена. Чтобы... Это мотивация. Ты снял это? Саня просто поворачивается, такой, нахуй. Я в первом ряду смотрю. Он уже пишет друзьям, пиздец. Слышишь, сейчас Карипанов позовет тебя, пизды даже сейчас. Слышишь, заберите меня. Друзья, насилие это плохо. Никакого насилия. Поле ближнее, скамейка тоже ближняя наша. Сегодня накидки оранжевые для запасных. Все. Кроме синей. Ну, просто решил поменять. Давайте похуй. Все, поехали. Иду свои. Вчера выиграли, сегодня надо выиграть. Ты Рамиль, доволен? Не выдвинулся? Не выдвинулся или нет? Нет. Так, давай, есть там. Хорошо, Аня. Хорошо, Влад, в среду. Альба, можешь провести размер? Сейчас проводит.
Давай, Стас. Давай. Могу. Накидки были цветами оранжевые? Были синие. Нет, серьезно. Серьезно, синие были. Оранжевые были. Сегодня накидки оранжевые для запасных. Hello, hello, вас не слышно, я с ней вижу. Бро, я чаще на блэйс, чем сук такси. Уверен, я знаю, им плохо от запаха риска. Другие детали особо иначе, они это бить. Hello, вас не слышно, я с ней вижу. Бро, я чаще на блэйс, чем сук такси. Уверен, я знаю, им плохо от запаха риска. Другие детали особо иначе, они это бить. Йоу, я вижу кошмары, демоны нынче играют в сознание. Они в вакансии сети, но лишь покрыт молчанием. Раньше носили худрич треки, ща на рэп-старе. Я видел ваше движение и решил остаться нейтрален. Тот на стенах бенда стонет, парни, чекни, нет ли там писем, чат вести. А вот и братья! Эй, да я хочу освежиться. Соскучился сильно по Стейси и Кейти, но меня одежда Ариша. Брось, делай деньги над лимном, брось, делай деньги чисто. Эй, Барби, стой, я полюбил твою шею. Прямо, наглый ублюдок, да, забыл все манеры. Знаю, ты хочешь, знаю, ты любишь, знаю, ты веришь, знаю, ты ждешь, знаю, ты ждешь меня, но модель. Зажми курок, как сиську пау, шипанец бомжа, ага. Я отравляю этих чав на койку, хватит, мне звонит Минздрав. Они не живут этой жизни, кэпят на своих слабей, да. Кого стрелял, у них спросили в ответ, они просто молчат. Моему брось хотели ебать избыт, но у них не вышли. Камера сняла аллеи Бенц, но лиц не видно. 7 часов на саммит сани, и он с границей. Сложно скрыть машин штанами, когда хочешь убить. Последнее время, блядь, они стали такие мягкие, знаешь, нежные, как детское дерьмо, блядь. Если ты ни на чем не стоишь, нахуй, бля, вы упадете от всего. Hello, hello, вас не слышно, я с ней вижу. Бро, я чаще на блэйс, чем сук такси. Уверен, я знаю, им плохо от запаха риска. Другие детали собраны иначе, они это бить. Hello, вас не слышно, я с ней вижу. Бро, я чаще на блэйс, чем сук такси. Уверен, я знаю, им плохо от запаха риска. Другие детали собраны иначе, они это бить. Эй, эй, эй! О, хороший! Арч, Андрес! Андрес, Саня! Лукас! Нет, дай я хоть руку не заломал. Андрес, блядь, толку. Лукас, давай быстрее! Ему! Тогда ищи себя. Я? Сейчас, подожди, я в чем, дурак? Я, ты положил. Дима! Ну ладно, все, говори. Давай, давай, давай! Давай! Короче, пацаны, я думаю, мы этой игры ждали очень долго. Очень хотим их выиграть, я думаю. Все хотят забить, отличиться. Все хорошее действие сделать. Давайте сегодня выложимся на 100%. Выиграем эту игру. И тогда мы уже все-таки в высшую лигу попадаем, точно. Так что... Мужики, блядь. Давайте, зарядились. От себя добавлю. Нахуй забыли то, что мы там рассказывали, как мы их ебать будем. Сейчас выходим, блядь. Представляем, что нам нахуй нужно сейчас забить 10, блядь, чтобы выходить в высшую лигу, поняли? Да. Только так мы выйдем в высшую лигу. Достали вазелин, сука, из своих гетер, блядь, и будем ебать их без вазелина! Давай, давай, эмоции отдадите сегодня и покажите хорошую игру и игру высшей лиги. Потому что мы идем туда, мы идем к высшей лиге, давай! Раз, два, три! Советия! Давай, 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 давай! Быстро настрой на игру. Вперед. Побеждай, да? Да, конечно. Нет. Она в конце хейтит. Спроси у него. Сань, снимай мое грустное лицо. Грустное? Сейчас, подожди. Там грустная музыка. Давай, давай. Все, есть.
Это для интервью. Саня! Нам походу попы на этот, на рекламе. Ну да, в плане того, что у матных скорпетинцев, чтобы не хорошо, будет практиковать да, ранние ваши. Подо мной М5, асфальт 8. У нее биркин, цвета осень. Она закурит, но я бросил. Айс занижает градус Роксида. Подо мной М5, асфальт 8. У нее биркин, цвета осень. Она закурит, но я бросил. Айс занижает градус Роксида. Ай-яй. У нас нет пути назад, у нас перегреты тормоза. У нас одна карта на руках, будто в магнитоле Кадиллак. Дамы деловые на делах, взяли разгон, взяли раз. Давай, Сань! Сань, давай! Решай! Эрик, отдохни! Больше не забивай, не надо. 1-0. Кто с Анями? Давай, Дим. Эрик, я тебя искать буду. Меня? Я тут. Все? Хорошо, Эрик. Хорошо. Конечно, я тебя видел. Я хотел тебе выйти на поле поклониться, но далеко слишком. Забей, сядь, Дим, делай. Дима, назад, Димка, Димка! Другой край, да иди, иди, иди! Давай. Еще иди, Альба! Еще! Стол! Ой, хорош! Ой-ой-ой, хорош, Олег! Один! А! Секунд еще!
Сань, дай мне 9. И? Блять. Да ударь просто в яму. И с разворота нахуй. Ну, хорош. Пойдет, нормально. Это было, ребят. Владелец команды. Мы не можем такому помочь. Владелец своей команды завязал себе. Да, да, Эдик. Спасибо, но самый тупой на поле. Хорош, дуря! Самый красивый на поле. На самом деле, самый красивый, но самый тупой. Хорош! Запил, но это опасно было. И вот это опасно. А, ну вот это близко было. Нет. А, нет. Пизда показалась нам. Да-да-да, я тоже. Я тут. Армедия! 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 Я никогда не устану повторять! Не устану повторять! Застань, дракон, застань! Застань, дракон, застань! Я никогда не устану повторять! Он говорит, что я не забью, блядь. Но я... Ну, посмотрим. Я думаю, я забью. А прикинь, а у тебя на тренировке сломали, ты не сможешь играть. Ну, сколько? Ну, блядь, я надеюсь, меня не на полгода сломали. Ну, вот на полгода как раз. Да ты прикалываешь. Давай, блядь, приготовь. Дождь пошел. Блядь, что ты капнул? Наши обещали. О, а все, первый тайм. Возьмите камеру. Как первый тайм, тренер? Давайте поменяйте сначала. Давайте подумаем, если у нас просто нет Сани в центре, или Альбы, ну на мне там играть. Да, да. Я не хочу. А чуть-чуть на удержание. Нам не надо сейчас. А просто говорить. Просто рабочие те же самые троя, просто чуть-чуть ниже. Тремя пойдем. Ну и все. Да.
Кто? Серега. А для кого? Гол забил, бля, легенды. А вот шок сейчас. Мистер Влад. Я здесь. Не надо было здесь, когда смотрели на подбор, посредничаем. Не надо было все дальше посредничать. Пацаны, а теперь заготовка. Подписчикам по игре. Как вообще? Да, давай по игре. Нравится темп и то, что игра жесткая. Дерби таким и должно быть. Все идут до конца, ноги не убирают. Я такой футбол люблю, английский. И погода тоже английская, считаю, дождь начинает идти. Все супер. Я считаю, так, что сейчас мы еще немножечко темпа поднимем, и вообще, ну, посыпется дракончик. Давайте еще скажите, как вообще такая поддержка помогает, как сегодня на трибунах? Да, поддержка вообще классная. Прям, ну, чувствуешь себя вот этим, вот, знаешь, детская мечта такая, когда выходишь на поле, кто-то кричит, барабан. Эмоции сразу наваливают. Спасибо подписчикам. Бля, да, вообще от души. Респект. Первый. Вот она. Смотри, первый да, момент. Садись, сразу. До крови бьемся. В пятиминутку дал, блядь, на ногу наступил. Но я запомнил его, сейчас выйдем, накажем. Ну, по-футбольному, никакой агрессии, чисто, жестко. Чтоб знал, ну, с кем нельзя играть. Шариковая бомба! Бомба, которую боится народ, мужик без шляпы, голый мужик, женщина, которая поет, женщина, которая дает. Тишину! Чел кресты порвал, возможно. Да, тихо. Все, сейчас. Что-то случилось? Ну, возможно, кресты, я не знаю, подозрение на то, что точно что-то порвал. Кресты миниск, потому что орал жестко и за колено держится. Давай поддержим. Может, давайте мы что-то Пойдем. Пускай на мою, да, сядь. Да. И хотя бы шутишь, блядь.
Уже неплохо. Не так хуёво всё это. Может, подальше от поля? Нет, нет, не могут. Сейчас свалится еще. Вообще лучше бы за это. Стой, стой, железка с него вынес. Давай его дожалеем. И сюда, сюда. Под колено, знаете, что-нибудь? Сумку. Его посадили, туда ногу наверх поднять. Либо потянул, либо надорвал. Щелчка не было. Это был очень красивый гол. Спасибо большое. Расскажи, как ты это сделал. Честно, сам не помню. Нет, Эрик. Взял мяч, прошел, забил, все. Давай, ушел, давай, давай, увидел, до конца. Победил. Мяча попытался. Посадь. Сегодня мы захавали дракончиков. А ну, угостись, пацан, мне не жалко, конечно.
Пойдем сейчас еще угостим. Ребята, а пока поздравим драконов. Все в круг, ребят, все в круг. Давай, давай, ребят, вот и настал тот момент, когда Стармедия вышла в высшую лигу, Гранд-лиги! Аплодисментов! Давай, потихоньку. Давай, давай. Не, вы молчите. Стармедия, шала-ла-ла-ла-ла-ла. Стармедия. Готовы? Давай! Стар! Стар! Медия! Я! Стар! Медия! Спасибо фанатам! Я фанат, главный фанат. Типа ты кубок забыл дома. Готовы? Дайте шуму! Сюда надо! Мы быть по картам в покер, залетай на метроном без бита. Я на спорте как ей, нам не 20, как будто бы FIFA. Отель Фантом топ игрок, поднимая кубок, первая лига. На столе Бланко, Кома, Стас, Амиго. Мы быть по картам в покер, залетай на метроном без бита. Я на спорте как ей, нам не 20.